Ми з вами всі грішні. Ми постійно обманюємо. Ми часто не слухаємося. Нам тяжело слухатися. Но ты знаешь, что тебе нужно бороться с этим? Тебе нужно... Помнишь, как Эд с Витей они разговаривали? Иисус Христос помогает нам в наших искушениях. Знаете почему? Потому что Он пережил свои искушения. Ребята, нам нужно слушать внимательно. Хорошо, я хочу вам... Напомнить, мы рисовали с вами людей, и мы говорили о том, что все люди, абсолютно все, которые рождаются после Адама, они грешные люди. Знаете, что все люди, они грешные, потому что они рождаются от грешных людей. But I have a secret for you. I have a secret for you guys. You want to hear it? Вы знаете? Знаете, что я святой? Do you guys know that? Помните, я рисовал вам? Вот эти люди все, которые здесь рождались, я говорю, мы где-то здесь с вами. Ты все змеи, Борис? Он red flower. Теперь, ребята, мне придется вас рассадить. А, в череп попали. Ты можешь это? Немножко рассадил. Тебе нужно пойти сесть с Русланом. Пойдем. Что вы можете сделать? Но это еще не все. Ваши наставники? Знаете ваши наставники, с кем вы провели сегодня весь день? Между Йоанна. Они тоже с вами. Вы знаете почему? Хотите узнать? Мы сейчас с вами поговорим об этом. Вы знаете, когда человек... Когда еще не было человека, когда перед тем, как Бог что-либо сотворил, у Бога...